президент группы «Эрмитаж» Эмин Фирузович Искандеров и президент государственного учреждения по планированию района Дефанс ЭПАТ госпожа Жоэль Сикальди и генеральный директор государственного учреждения по планированию района Дефанс ЭПАТ Филипп Шекс подписывают протокол строительства мультифункционального комплекса «Эрмитаж Плаза» в Париже. Cet accord est signé entre le Fonds russe d'investissement Hermitage et l'établissement public d'aménagement de la Défense par Mme Sekaldi Reynaud, sa présidente, M. Cheikh, son directeur général, et pour la partie russe, M. Iskenderov.